Мы продолжаем выявлять самых активных пользователей нашего портала. 4500 рублей в конце месяца разделят между собой лучший комментатор, блогер и лучшая народная новость. В борьбе за звание лучшего блогера продолжают бороться два пользователя. На этот раз место лидера занимает блог Павла Рубченко. 473 просмотра и 6 сообщений. Блог Ольги Перегудовой набрал 108 просмотров и только 2 сообщения. Ажиотаж у пользователей вызвала народная новость «Кто придумал такое название или русский язык больше не язык?» 1110 просмотров и 20 комментариев. По количеству просмотров также лидирует народная новость. Среди автомобилистов есть первые жертвы нового дорожного покрытия. 1020 просмотров. В тройке лидеров рубрики «Народная новость» по числу комментариев новость под названием «Разгром тротуара по улице Маяковского». 17 комментариев. Самые активные пользователи нашего портала продолжают бороться за звание лучшего комментатора. За период с 8 по 14 августа пользователь под ником Ольга оставила 13 комментариев. Уже всем известный пользователь под ником Юлиана за одну неделю оставила 22 комментария. А в лидеры выбивается пользователь под ником Рамирос, который оставил 23 комментария.